Машина хорошо далеко у нас. Не, если будет цунами, не дойдет. Сидим, кайфуем. Маяк. Видите, маяк. Всем привет, чуваки. Вы смотрите ежедневные влоги CamWizMan. Сегодня у нас пятница. Сегодня 26 число. Да, 26 июня. И мы идем завтракать. Мы в Геленджике. У нас начинается второй день. Второй день отдыха. И что-то я сейчас смотрю, там такие прям эти тучки. Ну, вчера были тучки потучнее, да. Так что нормально, посмотрим. Здесь ветер и быстро все продувается. Короче, сейчас пойдем оценим завтрак. Он типа включен. Типа шведский стол. А, кстати, да, пойдем выбирать всякое, что там есть. Ну что, друзья, мы уже вернулись со столовой, что-то даже забыли там поснимать, но покушали. Была каша, гречка. Что-то еще было, там три бака. Там какие-то были всякие, типа салаты какие-то. Салат был, винегрет. Блин, на завтрак мы такое вообще не едим. И всякие еще что-то было, типа котлеты какие-то или что. Нет, были типа сырники. Нет, мясо было, да? Я открыла в первой этой штуке. А, было, мясо. Ну, типа, кто поплотнее. Блин, как называется. Кушать. Короче, не знаю, в общем, рубленое мясо. Вот. А так, конечно, одно название только шведский стол, на самом деле. Нет, мы наелись, мы едим, в принципе, да, каждый день кашу, поэтому мы съели кашу. Мы кашу покушали, попили кофе, да, съели булочки там какие-то, слойки. Вот, Алиска еще сок выпила. Сейчас будем смотреть маршрут, да, и двигаться в аквапарк. Да, он тут близко довольно-таки, он на той стороне этой, бухты этой. А вон я его вижу отсюда. Серьезно? Мне кажется, что да. Что-то погода против нас, ребят. Да, прям прохладно стало. Я бы, если честно, с удовольствием даже рубашку бы сейчас одела. Мы уже оделись, собрались, решили ехать на, точнее, в аквапарк. Аквапарк. Да, и сейчас стоим и думаем, что, может быть, лучше завтра поехать, потому что завтра вроде как теплее, да? Ну, вроде как да. Мы, по крайней мере, сегодня еще дождь. Воскресенье поехать. Сегодня дождь и гроза, можем запросто. Запросто можем поехать. Воскресенье будет еще теплее вроде как. В воскресенье можно вообще с утра пойти, если тепло. Да, и знаете. И поехать потом сразу после аквапарка, помоемся и поедем домой. Можем. В принципе, сейчас, и так нормально. Сейчас покажу аквапарк. Да, прям вот видно, вон там горки. Вот, голубое, да, что-то? Да, и желтое. Синее, желтое, голубое. Да. Это вот это голубое справа, это вход, типа. Я там на карте посмотрела. А, ну, короче, это, ребят. Сейчас поедем туда куда-то глазеть, куда мы хотели. К скале парус поедем. Время терять в любом случае не будем. Влог я смонтировал вчерашний, теперь нужно выкладывать. Ну, наверное, уже ночью так же. То есть с запозданием все-таки в сутки будут выходить. Потому пока влоги. Потому что вечером все приходят, начинают интернетом пользоваться. Интернет тут вообще очень-очень под стрёмный. Утро только скинулся нормально. Да. Причем быстро под утро скинулся. Ребят, 30 километров проехали, и все, и мы на месте. А, собственно говоря, идем мы к парусу. Белеет парус, одинокий. Кстати, вот ребят кофе продают. Ну, пусть продают. А, кстати, таких же машин? Да нет, я к тому, что кофе продают. Нормальный? Ну да, нормальный. Ну, хочешь, давай возьмем. Давай на обратном пути в дорогу возьмем. Ну, да, я думаю, они не уедут. Хотя по вот этим зигзагзулинам с кофе в руке. Ох ты, блин, с кофе в руке, короче, это тяжко. Кстати, я заметил, когда монтирую, я частенько не договариваю слова. В смысле фразы. Я только начинаю говорить, то мне что-то сбивает. Вот, например, вот такое сбивает. Ты, ты на ёпта. Ёпта. Сейчас подойдем, покажем. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Машина хорошо далеко у нас. Не, если будет цунами, не дойдет. Обалдеть. Мы не дойдем теперь. Мы не дойдем, да. Нет, ну пойдем посмотрим. Пойдем. Волны просто дичайшие. Мы не можем понять, тут так всегда или нет? Ну что-то да, непонятно. Или в
все-таки, потому что я видела фотки, как здесь лежат, загорают и плавают вообще. Наверное, просто бурное море сегодня такое, неспокойное. Короче, этот парус находится вон там где-то, за скалой, мы сейчас туда попробуем пробраться. Можно еще пробраться туда подальше. Опа! Да, подожди. Сейчас подождем чуть-чуть. Давай. А я не знаю, дальше есть смысл идти? Сидим, кайфуем, пьем латте, пусть не самый вкусный, но самый горячий, это точно. Вот, сидим прям очень-очень умиротворенно и клево, можно на воду смотреть вечно. Можно смотреть на воду вечно и можно пить кофе вечно. И отсюда видно парус, тот самый парус, к которому мы пытались добраться. Вон, кстати, те камни, на которые мы залазили. Он 30 метров в высоту и что-то... полметра или метр в ширину, или даже 30 метров. Вообще прикол. Ну, короче, в общем, узкий очень. Джанхот. Вон там выход к морю. Короче, мы решили вообще по побережью все достопримечательности собирать. Мы не знаем, что там вообще находится, я ничего не нашла, никакие фотки. Но мы решили пойти посмотреть. Короче, потому что мы все равно мимо едем. Мы же путешествуем. Да. Друзья, мы ехали по трассе, остановили нашу тыковку и просто офигели от этого вида. Там вот вообще чистое море. Да, реально. И спокойное, и видите, оно реально светлое. А там вдалеке вот белая линия вот эта вот, это ведь тоже море, там вон корабли, а кажется, как будто небо. Да. Вот и чистое вон, да, это. А вон там, смотри, сколько кораблей, там очень много. Да, так а там, походу, бухта какая-то. Да. Сейчас попробую приблизить. Какая это? Интересно, какая? Это там Новороссийск. Ну да. Да, вот, потому что вот эти горы... Блин, я потерял все. Геленджикская бухта, а дальше Новороссийск. Ребята, это мы, короче, заехали на Черноморскую улицу. Черноморская улица, и здесь маяк. Видите, маяк. Огромная высота. Вон люди ходят снизу. Я не знаю, постараюсь закрывать микрофон. Надеюсь, вам слышно меня. И еще, знаете что? Здесь красиво, вот что. Ну что, друзья, мы посмотрели третью серию сериала «Шепот». Нет, четвертая качается, только третью. Алиска кричит из комнаты, что четвертую. В общем, сейчас уже солнце не такое горячее, так скажем. Короче, уже можно идти купаться, можно загорать и всякое такое.
И мы сейчас пойдем найдем какую-нибудь кофейню или что-нибудь такое десертное, так сказать. То есть мы вечером побалуем себя кофейком, чем-нибудь вкусненьким. И пойдем на пляж купаться, когда уже все оттуда уйдут. Да, такие мы немножко шизанутые. Мы ходим вечерами, когда уже, возможно, даже солнца не будет. Зато и людей не будет. И все море наше. Это же круто. Ребят, мы, короче, прогулялись. Вышли опять на набережную. Сели около фонтана. И около моря. Да, вот контор называется вот так вот. Не знаю, там сфокусировался или нет. Ну ладно. Будем кушать пиццу. Пицца салями. Пить чай ройбуш. И выкладывать влог. Здесь Wi-Fi позволяет это, так что влог выкладывается и скоро будет. Мы даже подождем. Мы подождем обязательно. Я думаю, даже мы завтра сюда придем, чтобы был уже следующий влог. Мы знаем пароль, мы можем вот тут где-то сесть на лавочке и все выложить. Лишь бы вот та женщина не услышала. Ребят, вот вам вечерний Геленджик. Ну, как всегда, камера начинает выдавать более светлые тона. Ну, что поделаешь, ребят, мы ничего не можем с этим сделать. Но, поверьте нам на слово, красиво. Реально, вечером еще какая-то магия появляется, этих огоньков. Вон там вон канатная дорога в виде флага, видите, белый, синий, красный. А теперь уже какие-то другие, но был ведь реально прям флаг. А вот тут еще одна канатная дорога, и вон там вот мегафон, вывеска большая-пребольшая. Где-то Геленджик. Да, вот правее, где-то да? Вот чуть-чуть правее, выше Геленджик, но, да, не видно. Но облака все закрыли. Да, мы были уже вот там, вон там, вон там, вон там, можно сказать, мы были, мне кажется, вообще на всей набережной. Вот здесь вот есть аквапарк, но мы не в него поедем. Завтра. Да, вот вам пляжик. Че, купаться идешь? Да, ну, что-то совсем уже, конечно. Темно. Совсем темно, и совсем никто уже почти не купается. Ребята, ой, какие мы мутные, темно так. Мы идем с пляжа домой. Сейчас у меня реально ощущение какой-то вечерней Греции, Афин. Да? Только музыка русская. Только да, да. Все здесь на самом деле тьфу-тьфу-тьфу, но все очень приличные, в основном здесь семьями отдыхают, все с детьми. Угу. Просто все с детьми. А кто не с детьми, это... Все равно молодые, пар много, так же вот ходят вот за руку, такие ходят, такие же, как мы. Может быть, они местные? Может, местные, а может, не местные, может, даже древесные. Вот. Короче, поснимаю немножко вперед, поснимаю вам сосны на морском берегу. Очень много сосен. Вообще. Вообще хвойных именно деревьев, да. Очень много. От этого воздух просто богатый. Друзья, мы добрались до номера и все. Будем монтировать, выкладывать, опубликовывать вчерашний, смотреть четвертую серию «Шепота». Кстати, советуем «Шепот» с крутым чуваком в главной роли, который играл в героях. Герой. Который играл в... Как назывался? Где шкатулка? Шкатулка у них была, кого нужно убить. Ладно, неважно. Короче, ребят, на «Лостфильме»... Искушение? Нет. Искупление? Ну, что-то там, да, какое-то слово было. Короче, ребят, блин, и там еще из американской истории ужасов девушка. Да, и еще одна где тоже играл. Короче, ребят, классный сериал, реально классный, очень такой захватывающий. Качайте, смотрите, мы будем спать. Увидимся с вами завтра, в аквапарк с самого утра, в самый... Завтра. Ну не самый, а 12. Да, между прочим, самый большой в России. Да. И в пятерку входит... Самого крупного в европейской... Да, европейский, что-то я загнула. Ты загнула. Я загнула. В европейской части нашего материка под названием Евразия. Вы знали? Все, увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, жмите большие пальцы вверх, делитесь этим видео, рассказывайте друзьям, подругам, бабушкам. Все. Покеда! А дедушка мне нужно? Ну, дедушки сами знают. Michael, I watched the fight club and many different pictures you had.